Здравствуйте. А сегодня я даже прочитаю одну историю смешную из своей книжки, которая была издана 4 года назад. «Хоровой энтузиаст» называется. Послевоенное детство дяди Тани Легорской было необыкновенным. К ним в школу пришел новый учитель по пению. Это был настоящий энтузиаст. Он сразу же создал в школе хор, и дети с удовольствием ходили на репетиции за 5 и 10 километров лишь. Новый учитель не только руководил хором, но и сам писал песни для него. Был он человеком активным, поэтому хор часто ездил с концертами по областным городам. А один раз даже были и в Минске. Как-то учитель написал песню о герое войны Зое Космодемьянской и хотел записать ее на белорусском радио, но строгие редакторы отказали. Зато хор с удовольствием распевал ее на концертах. Все 26 куплетов. Дядя хоть и был солистом, но запомнил только первый куплет. «Сначала мы споем, як ее мучали, а потом споем, по каким случаи». И тут в припеве громко со смаком вступал весь хор. «Та-ра-ра, хлопчики, поют воробчики, та-та-ра, девочки, та-та-ра, хлопчики, я-ха!»